Культурный код независимого Казахстана наряду с признанными мастерами формируют молодые представители творческих профессий. Иллюстрация – это идея. Главное – это идея. И мы от идеи отталкиваемся, иллюстрируем что-то. В иллюстрации главное, чтобы она выполняла определенную роль, чтобы она была, ну, как правильная, чтобы она по цветам, по деталям все подходило. То есть достаточность должна быть. Ну, идеального никогда это не достигает, мне кажется, для себя. Портфолио – это всегда… Ну, вообще заказы бывают скучные, бывают не очень интересные, бывают так, что вам это не нравится, этот заказ. Какую задачу ставил клиент, как вы это решили, что вы предложили, какие были эскизы. То есть лучше вставлять полностью всем проектам, то есть от эскиза до самой конечной картинки. Нужно активно писать. Сначала оформляете портфолио. Это должно быть под клиента, под человека. То есть, если у вас дизайн шоколада, или вы оформляете какой-нибудь упаковкой занимаетесь, допустим, или там книжной иллюстрацией, вы должны примерно такое портфолио составить и под него отправлять уже клиентам, допустим, писателям, издательствам, каким-нибудь предпринимателям. We'll be right back.